Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусного печенья. Это восхитительные песочные рогалики с ореховой начинкой. Готовятся они быстро и просто и станут прекрасным дополнением к чаю или кофе. Для приготовления теста мне понадобится 1/2 кг. В миску просеиваю муку и разрыхлитель. Добавляю щепотку соли. Немного перемешиваю. На крупной терке натираю сливочное масло. Я его слегка заморозила. Перетираю масло с мукой до получения однородной крошки. Это тесто абсолютно не сладкое, поэтому можно считать, что оно универсальное. Его можно использовать для сладкой и несладкой выпечки. Единственное, когда будете готовить несладкую выпечку, не добавляйте экстракт ванили. Добавляю сметану. Я использую жирную сметану 25%, но сюда подойдет любая. Добавляю 1 желток и экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Начинаю замешивать тесто сначала лопаткой и теперь домешиваю руками. Здесь слишком долго ничего вымешивать не надо, просто надо хорошо все соединить. Такое песочное тесто не любит долгого вымешивания. Если его слишком долго вымешивать, оно затянется и будет жестким и невкусным. Должно получиться вот такое очень нежное, мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Округляю его, перекладываю в пакет и отправлю в холодильник примерно минут на 20. Для приготовления начинки мне понадобится 1/2 кг. В миску выливаю яичный белок, добавляю щепотку соли и немного белок взобью, чтобы он был более пышный. Теперь всыпаю сахар и миндальную муку. Вместо миндальной муки можно использовать любые измельченные орехи. Просто измельчите их в блендере. Перемешиваю и также добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Вместо экстракта ванили можно использовать и ванильный сахар. В итоге получается вот такая начинка. Она не сухая и поэтому будет хорошо держаться, не рассыпаться. Тесто разделю на 3 части. Так с ним удобнее будет работать. Каждая часть примерно по 270 граммов. 2 части отправляю обратно в холодильник, а 3-ю часть буду раскатывать в круглую лепешку. Я делю тесто на равные части, чтобы размер рогаликов получился также примерно одинаковым. Рабочую поверхность присыпаю мукой и тесто также. Если надо, подпыляем немного мукой. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Изи Кук. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Я постаралась раскатать тесто как можно тоньше. Толщина буквально 2 мм. Диаметр моей лепешки 39 см. И теперь я все разрезаю на 16 сегментов. На каждый кусочек я выкладываю начинку, примерно 1 чайную ложку. Начинку можно вот таким образом немного поджать. И теперь я скручиваю вот такие небольшие рогалики. Слишком сильно я ничего не поджимаю, просто подкручиваю. Каждый рогалик можно вот таким образом немного загнуть. Тесто очень тоненькое, рогалики получаются небольшого размера. Слегка подгибаю. И таким образом я формую все рогалики. Начинка получается очень пластичная. Ее можно вот так вот немного расправить. Сформованное печенье перекладываю на противень. Выкладываю на расстоянии друг от друга. Раскатываю следующую часть теста и точно так же формую печенье. Снова делю тесто на сегменты, выкладываю на каждый кусочек начинку и скручиваю рогалики.
и отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Как видите, рогалики сверху я ничем не смазываю. Потом я их все равно буду обсыпать сахарной пудрой. Они должны совсем немного подрумяниться сверху. Первая партия рогаликов испеклась. Они получились вот такие, очень красивые, слегка румяные. И я сразу же отправляю выпекаться вторую партию. Всего из этого количества ингредиентов получается 48 рогаликов. Оставляю печенье остывать. Остывшие рогалики обваливаю в сахарной пудре. Излишки сахарной пудры стряхиваю. Вот такая красота получается. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И подписывайтесь на мой канал «Люда Изикук. Позитивная кухня». Всем пока!